Вообще стоит отметить, что на Ямале реализуется целый комплекс мер поддержки многодетных пар. С 2014 года в округе проводится конкурс «Семья Ямала». В этот раз победу в одной из номинаций одержала чета Дугиных из Муравленко. Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в Ноябрьске, премию, размер которой 250 тысяч рублей, вручил губернатор Дмитрий Кобылкин. Дугины признаны лучшей молодой семьей Ямала. Но у нас жизненно активная позиция. Об конкурсе узнали мы случайно. Наши руководители нас, так сказать, надоумили поучаствовать, зная все наши заслуги, ну и нашу активную, так сказать, жизнь. Мне кажется, ничего не представило особого труда, потому что оно все было в наличии. У нас был и архив семейный, и также грамоты и дипломы, они уже есть. Просто нужно было составить себе представление. Добавлю, что победители региональной премии станут участниками всероссийского конкурса. В этом году он пройдет под девизом «Моя семья, моя Россия». Я горжусь тем, что на территории Ямала за последние 7 лет почти в 2 раза увеличилось количество многодетных семей. Это большая честь, а, конечно, огромная ответственность, потому что каждая новая многодетная семья, она нуждается в еще большей заботе государства.